Отже, товариство, вітаю всіх на каналі «Збройовий лобіст». Мій співрозмовник сьогодні – ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін. Я вас вітаю, пане Ігалю. Да, приветствую. Спасибо за приглашение. Ну, нам не вдалося з вами по гарячих, так би мовити, слідах обговорити все те, що відбувалося в Ізраїлі, починаючи з 7 жовтня минулого року. Тож, з вашого дозволу, давайте спробуємо зробити це зараз. І я вважаю, що я не маю належної компетенції і не вправі обговорювати, скажімо, рівень підготовки армії оборони Ізраїля до цієї атаки на Ізраїль, але я хотів би торкнутися такої важливої, на мою думку, компоненти, як територіальна оборона, і спитати вас, як людину, яка добре розуміється на цьому, як так трапилося, що люди на прикордонних територіях, фактично в зоні прямої небезпеки, опинилися неозброєними і прийняли на себе ось такий страшний удар? Это большой комплексный вопрос, который можно разбить его на тысячу более маленьких, тоже комплексных вопросов. Тут такой момент есть, я краем глаза видел много там аналитики, экспертные экспертизы там всевозможные во всем мире, везде там было написано и сказано, как же так, придуманный в головах людей Израиль, ну, который не соответствует реальности, как Израиль реально выглядит, как он оказался в такой ситуации, почему так случилось. Не понимаю очень многих вещей, ну, там самая банальная вещь, например, что там целая дивизия Газа, так называемая, которая была на границах, как это какие-то там боевики, какие-то там вот с калашами смогли целую дивизию там сокрушить и вырваться там в кибуцы города, кибуцы — это сельскохозяйственные коммуны. Да, не понимаю, например, что это территориальная дивизия, это был только ее как бы костяк, то есть штаб фактически территориальной дивизии, это не полнокровные настоящие дивизии, то есть это как кадрированные подразделения, то есть это только штаб, а все остальное пустое, которое занимает кадровые части. Ну, например, это просто такой как бы пример из того, что вот можно было видеть, когда речь шла как раз о людей, которые, в отличие от вас, не говорили, что они некомпетентны в этом вопросе, а которые там делали всю эту экспертизу. Но вместе с тем мне важно обозначить, и тут мы перейдем к теме вот, вооруженного сопротивления и территориальной обороны. Тут есть много чего, что сказать. Очень важно обозначить момент, что это большой провал, большой такой прямо структурный, серьезный. Мы максимально даем себе в этом отчет, с которым стоят жизни людей, и как у вас нет компетенции, чтобы говорить, в каком состоянии была израильская армия, нет компетенции и у меня, и более того, у всех, кто сейчас ведет боевые действия, и не только, так или иначе помогает их вести эти боевые действия в Израиле, потому что еще только впереди будут комиссии, которые сделают те или иные выводы. Но мы можем знать уже, отталкиваясь от противного, что мы видели на местах и чего не было. Если мы говорим о территориальной обороне, территориальная оборона как явление, как факт, как структура в Израиле существовала в конце 40-х, 50-е годы, и в 60-е годы ушла в полное такое запустение, ее забросили осознанно. В конечном итоге она прекратила свое существование, по факту. То есть ну, не было никакого декрета о ее распуске, но она прекратила свое существование, потому что все силы уходили в армию. Концепция в 60-е годы, особенно после шестидневной войны, сменилась на стратегию, что любая война будет вестись на территории врага. Танковые дивизии выйдут на территорию Египта, Сирии или Ливана, поэтому зачем нам территориальная оборона? Израиль так крохотный, если защищаться на его территории, то все, как бы страна закончится буквально. Это сыграло злую шутку вот сейчас, вот 7 октября прошлого года, когда определенная концепция, которая существовала, если говорить простым языком, можно кормить тигра, который находится возле вас, и верить в то, что тигр на тебя не нападет. Сейчас как бы эта концепция полностью вот, разрушена. Сегодня у всех есть понимание в стране, что это было ошибочно так думать. Но на тот момент, до 7 числа, действительно, это был такой вот подход, такой взгляд на вещь. Так вот, оказалась такая ситуация, что когда у тебя есть тигр, которого ты там мог подкармливать, который находился рядом возле тебя, и ты запустил все свои там отряды самообороны, да, там, защиты и так далее, территориальные части. Сейчас я говорю конкретно про отряды быстрого реагирования, состоящие из гражданских в кибуцах, тех же сельскохозяйственных коммун, в сельской местности, которая вот находилась на периметре сектора Газа. Вот ты можешь довести до такого ну, запустения и считать, что ничего не произойдет, ничего не будет. Эта иллюзия, она лопнула. И цена этой, вот, тому, что эта иллюзия лопнула, была человеческой жизни, гражданских.
Я сейчас выношу за скобки погибших солдат, каждому из них честь, но солдат, его удел – это воевать и умирать все-таки в сухом остатке. А тут конкретно больше тысячи было гражданских убито, причем жестоким образом, кровавая резня, люди убивали, мучили, издевались. И еще отдельно похитили, больше 200. Вот, это территориальная оборона, которая была именно как структура. Ну, к слову говоря, в той же Украине у вас тоже территориальная оборона, которая образовалась буквально накануне, ну, именно декретом официально, который вот ее обозначили тогда президентским указом, накануне полномасштабного вторжения, это же не территориальная оборона в полном смысле этого слова, это легкая пехота скорее, ну, как можно было территориальной части тасовать куда угодно по стране. Территориальная оборона подразумевает, что вы только находитесь, защищаете вот ту или иную территорию, то есть регион. Так вот, именно такая территориальная оборона была в Израиле когда-то. Но получилось так, что с запустением всей этой концепции, идеи, что больше не нужны никакие территориальные части, в том числе и отряды быстрого реагирования, вот этой гражданской самообороны, как при кибуцах, ну, они называются китат куненут, отряд быстрого реагирования, если прям буквально переводить. При тех же кибуцах они тоже пришли в запустение. Потому что считалось, что ну, вот этот тигр, который находится буквально рядом, он не может ничего тебе сделать. Получилась такая ситуация, что когда были бои с боевиками вот 7 числа, у людей было только короткоствольное оружие. Длинноствольного было или мало, или фактически не было. Ну, или оно было только у каких-то специализированных подразделений. Спецподразделения, которые были переброшены, полицейские или военные, да, специалисты. Или какие-нибудь... сейчас, ну, трудно сказать. Фактически полиция тоже вступала в бой с короткоствольным оружием в большинстве случаев. Или это когда касается конкретно людей. Причем в самих кибуцах могли быть находиться оружейные комнаты, где были длинноствольное оружие, где-то это могли до этого убрать, где-то это просто было закрыто, где-то это было просто неорганизовано. Но у нас есть пример, как я уже говорил, мы не можем сейчас давать там точных оценок буквально, это все будет сделано комиссией, в будущем скажут, но мы уже можем отталкиваться от того, что было сделано. Есть пример кибуца Нир-Ам, где девушка, сейчас, чтобы не соврать, как ее звали, этого кибуца, ее звали, секундочку, Инбаль, она отвечала за вот как раз вот эти вот отряды быстрого реагирования при кибуцах. И она смогла быстро организовать эту оборону, раздать оружие, расставить по периметру жителей, буквально бегала от каждого дома к дому. Когда боевики к этому кибуцу приблизились, им дали бой. Что-то около больше 20 были сразу положены на место, до того, как они смогли войти в это поселение. 25 человек, по-моему, они смогли ликвидировать. И фактически дальше боевики его обошли. И на пикапах, на мотоциклах двигались другие кибуцы, где резали людей. То есть у нас есть пример, как только было организовано сопротивление на местах, не армия и не полиция, это конкретно жители села, если вот, украинскими словами, кибуца, с человеком, который инициативно всех организовал, то боевики побоялись зайти, потому что они видели, что им дали отпор. Ну, я хотів би звернути, з вашого дозволу, хотів би звернути вашу увагу, що дійсно це не був напад регулярної армії, яка вдерлася до Ізраїля на бронетехніці з важким озброєнням, з артпідготовкою. Тобто мова йшла про те, що люди, ну, важко їх назвати людьми, на пікапах зі стрілецькою зброєю переважно, просто вдерлися на територію і... Ну, в моєму розумінні, за наявності довгоствольної, насамперед, напівавтоматичної стрілецької зброї, по ним можна і треба було працювати навіть на відстані з відкритим прицілом. Це було б достатньо ефективно. Але ми знову ж кажемо про те, що тут ну, у людей... Ну, добре, оця дівчина організувала оборону, в неї була кімната зберігання зброї якоїсь там, умовно. А чому у людей не було власної довгоствольної зброї? Нам відомо, що концепція... В Ізраїлі, да. Я концепція ізраїльська, да, вона каже про те, що пістолет, він ніби простіший, на відміну, скажімо, від України, а от довгоствольна зброя, це таке, знаєте, ну, не те, що табу, але вона недостатньо поширена. В Ізраїлі абсолютно обратна ситуація. Якщо у вас можна легко купити длинноствольну, в тому числі нарізну,
Ну, или относительно легко. Более того, когда был закон о национальном сопротивлении, там, или даже возможность организоваться там, под ССО, ГУР и так далее, ну, накануне полномасштабного вторжения, в Израиле все наоборот. Как раз краткоствольно можно купить, не каждому тоже. Есть определенные категории. Я могу потом рассказать, какие можно было до 7 числа и какие появились послабления. Появились послабления в приобретении краткоствольного оружия. Но длинноствольное нет ни в коем случае. Длинноствольное может быть только у специализированных подразделений, которые как-то так или иначе связаны с государством, при полиции, при армии или других тех или иных компетентных структур, но не у граждан как бы на руках. Вот. Но вот возвращаясь к вопросу вот организованного сопротивления, у нас есть пример, что там, где была или армия, как, например, на юге сектора Газа, там перебросили по инициативе там, местного полковника танки, и туда прибыли подразделения, в том числе полиции, ну, именно профессионалы. Плюс у нас этот кибуц Нир-Ам, это более северная часть сектора. Так вот везде, где была или армия, или организованные жители, там дали отпор, и там фактически боевики не смогли войти или не смогли фактически, ну, мало смогли выполнить свои задачи, там, убивать людей и так далее. Это говорит о том, что во всех тех местах, где они смогли своего добиться, они просто передавили силой. И действительно так, если мы берем какие-нибудь кибуцы, Бейри, например, там, или другие вот, подобные, сегодня много свидетельств камер, которые были установлены, камеры на дорогах, камеры на кибуцах, мы видим, что буквально против 3-5 самооборонцев этого кибуца с пистолетами, с коротким стволом, выступало, допустим, от взвода до роты 30 до 100 человек головорезов с калашниковыми, ну, автоматами Калашникова и этими гранатометами. Плюс еще тяжелыми пулеметами, ну, пикап, например, или так далее. Вот. Но очевидно, что какие бы там это ни были иррегулярные формирования, даже взвод хорошо вооруженных с длинноствольным оружием, людей мотивированных и озлобленных задавит 5 человек с пистолетами, как бы, и войдет. Вот. Этим объясняется эта ситуация. В том числе это касается потерь военных или армии, как, например, штаб дивизии. Если посмотреть, например, некрологи погибших солдат, все это опубликовано, Израиль публикует все эти имена, фамилии, кто как когда погиб. Большая часть это штабные. То есть, как я уже сказал, дивизия была только с горгскелетом. Кодирован. Фактически, да, бригад или конкретно подразделений, вот фактически... не понимая компетенции, где они были или не были, нужно понимать, что это территориальная дивизия. И когда мы видим, про, опять же, про все эти некрологи, мы видим, что это в основном ну, вот, штабные люди, люди, которые ну, не боевые. Там, конечно, есть погибшие бойцы, и бойцы вступали в бой, и были, но, опять же, их задавливали числом. На 5 бойцов с высокой подготовкой, когда, опять же, наступает целая рота боевиков, тут как бы без шансов, как это же называется. После того, как армия мобилизовалась, перебросила свои силы, плюс туда хлынула вообще все, полиция хлынула, подразделения, добровольцы, вот половина страны туда съехалась с такой большой мотивацией. В первый же день заблокировали их тех населенных пунктов, куда они дошли, по ветра скорости на пикапах или на мотоциклах. Ну, в конечном итоге история известна, кто следил за новостями, их вытолкнули обратно в Газу, и в конечном итоге началась операция сухопутная, которая длится по сей день. Вот. Из этого всего, опять же, методом отрицания можно сделать простой вывод, что там, где был бы длинный ствол, то есть длинноствольное оружие, где были организованные отряды, даже если это не армейские, а, например, самообороны кибуца, как это было в старые добрые времена, в 50-е годы, например, у боевиков не было бы шансов. Слава Богу, государству, которое делало очень много, к сожалению, вот, чтобы людей разоружать поэтапно, потому что считало, что все сделает армия, полиция, произошел вот слом. Вот в этой концепции, с которой я с нее начал, говорил, концепция в том, что есть тигр, и можно его кормить, и все будет нормально. Это в том числе и концепция о том, что можно сидеть вот, в окружении многих тигров, ну, потому что у нас есть еще Ливан, есть еще Сирия, есть Иран, есть другие всякие там хуситы даже ракетами дотягиваются, и, казалось бы, черти где находятся. Вот, и быть при этом невооруженным. Произошла серия послаблений для краткоствольного оружия, но это не касается длинноствольного, это, к сожалению, по-прежнему такая красная черта для государства, но, с другой стороны, под эгидой полиции было организовано до 1000, что-то, по-моему, 900 этих отрядов гражданской самообороны, отрядов быстрого реагирования. Это вот. Но опять же, это при полиции. Там длинноствольное оружие уже, да, но это строго под полицией. Вот
Знаєте, от особисто у мене був такий злам стереотипу, бо ми звикли всі сприймати ізраїльську армію, взагалі ізраїльське суспільство як надто мілітаризоване. Ну, всі інтернети, як кажуть, насичені фотографіями дівчат і хлопців, які ходять у звільнення зі своєю штатною зброєю, все так виглядає доволі мілітарно. А по факту, в той момент, коли це все відбулося, ми побачили, що воно не спрацювало. І мене дивує, чесно кажучи, я розраховував на те, що Ізраїль мав би виправити цю помилку з довгоствольною зброєю. Який сенс обмежувати її на такій маленькій території, контрольованій державою, враховуючи, ну от навіть елементарно, в кожному будинку в Ізраїлі є кімната безпеки. Елементарно можна було б наполягати на тому, що зброя довгоствольна. В той момент, коли вона не потрібна для захисту, може знаходитись там, в сейфі, і ніхто не зможе до неї добратися. Ми ж тут сповідуємо навпаки. У нас тут з довгоствольною зброєю все гаразд, у нас проблеми з короткоствольною. І тобто, ну, короткоствол же ж тільки для самозахисту, а довгий ствол от саме для таких випадків. І це просто шок, скажу чесно. Тобто, нам всім було незрозуміло, як так трапилось. Да, я полностью согласен. Даже вот вечная честь, какие-нибудь 5 или 6 человек самооборонцев тех же кибуцев, которые где проломили боевики, если бы у них было не 5 пистолетов в руках, а хотя бы 5 винтовок, да, то результат даже был бы боевикам пришлось бы проламываться, было совершенно иной. Я видел, кстати, одну запись, ну, страшно такие вещи смотреть, когда большое открытое пространство, то есть там дорога, ворота кибуца, и самооборонцы с пистолетиками на этом огромном пространстве, где там уже, ну, метров 100, 200, 300, ну, что ты с пистолетом на 200-300 метров сделаешь. И они не убегают, они стояли, они там за камнями прятались, и за этим шлагбаумом кибуца вступили в бой. Видно, что по ним стреляют, видно эти султаны земли от выстрелов, но они не отступают, ведут бой. Ну, конечно, погибли, проломили. Вот, конечно же, если бы у них был длинный ствол, и это вопрос дискуссионный, то есть не дискуссия. Конечно же, на этом настаивают вот, низовые, да, тех же там жители, тех же кибуцев и так далее. Опять же, не все. Это вопрос очень сложный, вы можете уходить и долго его обсуждать. По-прежнему в Израиле существует, как и вообще в мире, это, знаете, лобби максимально разоружить, и чтобы все только было в руках у государства. Только государство должно вот, регулировать ну, обладание огнестрельным оружием, неважно, краткоствольное или длинноствольное. В Израиле есть это лобби, к сожалению, довольно сильно. Как оно получилось и появилось в Израиле, это тоже отдельно большая тема, не хотелось бы в нее уходить. Но к тому, что вы сказали, милитаризованное общество – это то, что спасло Израиль. Территория настолько крохотная, что если просто открыть карту и посмотреть, куда доехали боевики, видно, что там еще чуть-чуть ты едешь, там же центр Израиля или там Тель-Авив, если подняться, если бы их не остановили. Территория с Киевской области совсем крохотная. И если бы как раз не гипермилитаризация, когда хлынули вообще все абсолютно, ну, люди, которые буквально в трусах повыскакивали с пистолетами и так далее. Результаты были совершенно другие. То есть как раз гипермилитаризованность, она сыграла хорошую роль, что моментально общество мобилизовалось на это все дело. И это был большой просчет террористов Хамас, потому что они считали, что израильское общество стало очень либеральным, нежным, мягким, и оно испугается. Их идея была такой ультражестокости, примерно такая же, как была когда-то у ИГИЛ, и ИГИЛ просчитался, что мы шокируем этим вот настолько ужасным ударом. Там же, кстати, не только резня, в том числе был удар 1000 ракет, и там РЗСО, конечно же, вот реактивные снаряды, но в том числе и ракет по всему Израилю, что, кстати, помогло им этот эффект неожиданности создать, потому что все люди попрятались по бомбоубежищам. Так вот, мы шокируем настолько, что они побоятся. Вот. Ну, не побоялись, они просчитались. Наоборот, люди только ринулись вперед и драться и сражаться. Что до длинноствольного оружия, как я уже сказал, 900 организовано было этих отрядов с длинноствольным оружием под эгидой полиции. Но вот это 900 после 7 числа, не до. То есть какие-то организационные моменты происходят, делаются. Но, как мы видим, все-таки это не уходит дальше краткоствольного оружия. Хотя с краткоствольным оружием произошло довольно много послаблений, и более широкие слои общества теперь могут себе приобрести краткий ствол вот после 7 числа. Очень большая как бы, категория людей расширилась. Я зрозумів. Я хотів би, знаєте, все ж таки, в якому контексті поговорити.
От ми в Україні чітко розуміємо, що наш мобілізаційний потенціал в порівнянні з мобілізаційним потенціалом нашого ворога, який цілком можливо може бути посилений ще за рахунок тієї ж самої Білорусі, запросто, він доволі скромний. І ми, от на думку, принаймні, тієї частини суспільства, з якою спілкуюся я, ми наполягаємо на тому, щоб була максимальна мілітаризація громадян для того, щоб от в таких ситуаціях, які можуть виникнути, у нас гігантський фронт, лінія фронту і гігантський кордон з Білорусі, тобто може виникнути що завгодно, ми наполягаємо на тому, щоб громадяни були максимально озброєні. Тобто пістолети – це так, ми розуміємо, для власного самозахисту. А зброя і систематизована система територіальної оборони – це для нас важливо. А як Ізраїль? У Ізраїлі така ж сама ситуація. Якщо подивитися в порівнянні з вашими сусідами, у вас такі ж самі проблеми з мобілізаційним потенціалом. І дивлячись на те, що, як всі очікували, що операція «Вогняні мечі», якщо я не помиляюся, вона називається, да? «Залізні мечі», вона мала бути миттєвою, мала там тривати, ну, в нашому розумінні, там, тиждень, два, три місяць, вона затягнулася вже понад 150 днів, якщо я не помиляюсь. Відповідно, всі вороги навколо маленького Ізраїля, така ж сама ситуація. Як обійтися, як нівелювати цю перевагу ворогів без мілітаризації суспільства, я не розумію. Чим пояснюється позиція влади ізраїльської, що от так от вони, ну доволі мляво. Власть дала зеленый свет, и слава богу, на расширение армии были развернуты новые бригады, будут развернуться дальше новые подразделения, новые бригады создаваться, танковые и так далее. Вот те танки, про которые СМИ говорили, что Израиль хочет кому-то их там продать, там то ли Марокко, то ли Кипру и так далее, их не будут продавать. До 7 числа армия урезалась постоянно. И все считалось, что больших войн больше не будет, и все сделает авиация, все сделают спецвойска, то, что называется маленькая умная армия. Обычная концепция была, об этом говорили многие, об этом я писал, говорил, об этом другие говорили. Целое большое военное лобби, которое вот, било в набат. Ну, их не слушали. Как-то часто бывает в таких вот страшных ситуациях. Всегда те, кто видели, понимали, их просто не слышали. Или слышали, но не хотели обращать внимания. Сейчас это поменялось, армия расширяется, в том числе вопросы там, призыва. Призыв сокращался. Сейчас его обратно возвращают, уровень подготовки и так далее. То есть изменения и реформы, которые связаны с армией, они, если и будут происходить, то только наоборот в ее расширение, раздувание и возвращение как раз в старые времена. Там Израиль 90-х, 80-х, 70-х, а не сокращение. Это очень хорошо. Ужасно, что такие вещи происходят через шокотерапию. То есть нужно было тысячи гражданским сложить свои головы ради того, чтобы нация поняла, что происходит, вот, и перестала разоружаться перед лицом тигров, которые находятся у них буквально под носом голодных. Это вот, ну, это армия. Что же касается все-таки гражданского населения, опять же, здесь есть красные линии, которые это связано, в том числе, и с политикой, и с большими лобби, в том числе в Израиле, вот, политическими силами и так далее. Нужно понимать такую вещь, что у людей очень много есть мифов, стереотипов о Израиле, что это такое какое-то вот такое спартанское общество. Действительно, Израиль – это одно из самых милитаризованных государств в мире. Это по факту так. И остается, несмотря на все эти реформы и урезания, которые были, там, и либеральное общество и так далее, это действительно так и остается. Но вместе с тем, это интересный факт, который приводил Ами Айалон, это израильский там, адмирал, командующий был спецназа 13-й флотилии, вот морские хотики израильские, командир был этих подводного флота, израильских подводных лодок, и начальник израильского СБУ Шабак, вот, службы безопасности. Ну, этот человек вырос в кибуце как раз и рассказывал, что его отец был начальником этого отряда быстрого реагирования, и у него под его началом, его отца в 50-е годы, был трофейный танк. То есть у кибуца были не то, что длинные стволы, то есть у гражданских людей в кибуце был свой личный танк, который был обездвижен. Это был какой-то советский трофейный танк, Т-54 или Т-55. Он был обездвижен, у него башня работала. Он стоял на западной части кибуца, на границе Сирии, на севере. И там любые боевики какие-нибудь, которые пытались из Иордании или Сирии прибыть, он мог там со своим экипажем просто шарахнуть пару снарядов. И как-то боевикам не очень хотелось уже
по открытым пространствам там к кибуцу подступать. И мы видим, как вот в Израиле сменилась эта парадигма, что когда кибуцу могли доверить целый танк, пусть и обездвиженный, но работающий. И сегодня, когда вот были кибуцы, где были заперты просто, или просто не были организованы отряды быстрого реагирования с длинноствольным оружием. Это как-то очень... топ стоит между этими двумя Израилями, вот, колоссальная. И вот этот момент, что сейчас мы дали... Опять же, ваши замечания насчет краткоствольного оружия верны, но тот факт, что дали эти послабления, это на самом деле очень большой успех, потому что даже здесь государство не готово было идти на какие-то уступки. И тот факт, что при полиции были организованы эти 900 отрядов быстрого реагирования гражданской самообороны с длинным стволом, это тоже большой успех. И тот факт, что вообще эта дискуссия появилась, и это тоже большой успех. Самое главное здесь, чтобы это все... Хватка регуляторов, которые хотят что-то зарегулировать и забрать, вот, она не вернулась обратно. Я висловлю обережне припущення про те, що все ж таки маленькі країни, вони не зможуть утримувати паритет зі своїми ворогами тільки за рахунок армії. Армія – це не дешева річ, цілком зрозуміло, що не тільки заробітні плати, а це і витрати на техніку, на інновації, соціальні пакети, страхування і гарантії для військових. Це в даному випадку велика частина бюджету Ізраїлю. Я не кажу так само бюджету України. І я знову ж таки, це обережне припущення, висловлю таку думку, що без масового озброєння населення розрулити цю ситуацію буде доволі складно. У нас так само точаться дискусії, і так само, я не хочу дякувати подіям 24 лютого 22 року, бо ми про це криком кричали багато років, але вони підштовхнули з одного боку до таких розмов, але і досі нічого не змінилося. Я думаю, що Ізраїль приречений на масову мілітаризацію. І знову ж таки, ми враховуємо, що територіальна оборона, вона ж не потребує таких витрат. Що? Людина, автомат, боєкомплект, злагодженість на рівні власного підрозділу, визначений сектор, в якому вони мають працювати, і, в принципі, координація з сусідами. Більше нічого. Вони здатні виконувати автономне завдання, незалежно від того, коли виникла ситуація. І от тут я боюся, що так воно може бути і у вас, і у нас. От повірте, що коли я чую тут такий момент, що теж якраз к міфам, стереотипам ізраїльської армії. Ізраїльська армія не є професіональною, це армія призивна, масова. От, государство по-прежнему настаивает, що этот масовий характер армии должен оставаться. То есть израильская армия не является профессиональной, у нее есть только профессиональное ядро из офицеров и старшин. Даже если мы посмотрим сейчас те, кто воюет в Газе, будь то кадровые разделения или, например, резервистки, это все не профессионалы, это не контрактики. Они не получали зарплаты. Допустим, резервист получает выплаты в зависимости от его заработной платы, столько, сколько он получал на своей мирной профессии. Но это не платы в плане как на контракт. То есть какие-то суммы большие. Как и солдат, тоже получают определенные суммы, но это невысокие суммы для личного пользования. Купить какие-нибудь, шампунь, вкусняшки и так далее, тратить их на сигареты и так далее, чтобы армия это все не выдавала ему. Вот, идея государства по-прежнему, окруженные врагами, нужна большая массовая такая мобилизационная армия. Вот. Но не территориальная оборона, которая она была в 40-е, 50-е, 60-е годы, и которая не нужна. По-прежнему концепция израильской армии остается, что в случае чего мы переходим на территорию врага. Как, например, вошли в сектор Газа, и уже там сидим, воюем все время долго, уже месяцы, но это там у них. То есть Газы разрушаются, у них там все плохо и так далее. Кибуцы восстанавливаются, территория восстанавливается. Как и Ливан, что если мировое сообщество не сможет подвинуть Хизбаллу, экспедиционный корпус Ирана в Ливане, Израиль будет его подвигать как? На территории Ливана туда войдет. Просто это концепция, которая уже больше, чем концепция самообороны на уровне кибуца или города своего. Это концепция уже на уровне всей нации. И она как раз не подразумевает, что все население должно вооружиться, потому что территориальная оборона все-таки подразумевает некую партизанщину, глубину. То есть в большом районе каком-нибудь, как в стиле финской войны, зимней войны, или ваша война, когда была большое полномасштабное вторжение, вы впустили врага длинными колоннами и громили, разрезая его на части. Когда они там через всю эту Сумщину, они вытянулись через Чернобыльскую зону, вытянулись и так далее, с этими огромными колоннами.
В Израиле нет такой территории, некуда вытягивать. Поэтому любой государственный чиновник в Израиле придет и скажет, зачем тебе вот здесь в каком-то кибуце вооруженные отряды вот с длинными стволами и так далее, если вот придет армия и всех победит. Это звучит иронично после 7 числа. Это звучит иронично после 7 числа, но вы по-прежнему можете услышать такие возгласы. Але я поставив зустрічне питання. А чим вони заважають? Кому вони заважають? Чому ви їх боїтеся? Ну, от це питання, яке ми ставимо тут, яке, напевно, рано чи пізно поставите ви. Я хочу сказати, що безумовно, і ще враховуючи те, що ми говоримо з вами про стрілецьку зброю, про цивільних, роль стрілецької зброї не може бути перебільшена в сучасних війнах. Ми це розуміємо. Вона займає лише якийсь там невеликий відсоток в вирішенні питань. Але опір завжди здійснюють люди. Люди, нація, яка бореться за своє існування, а мова і України, і Ізраїлю стоїть абсолютно однозначно. Тобто або-або. Тобто або ми, або нас. Це не зрозуміло. І в цій ситуації перемагають люди. Люди, не зброя, а люди, які є носіями тих чи інших ідей. І без навіть стрілецької зброї вони взагалі не мають шансів. Хочу просто нагадати от на таких, от, може, не дуже вдалий приклад, але менше з тим. Той самий Афганістан, спроба радянських військ привести до тями маджахедів закінчилась тим, що позорно вивели війська. Американці, попри величезні інвестиції і в цей напрям, так само програли цю битву Талібану в даному випадку. Хоча ті, за великим рахунком, були озброєні переважно стрілецькою зброєю, там, ну, іноді РПГ і ПЗРК. От і все. Тобто я ніколи не погоджуюсь з цією концепцією. Можливо, я помиляюся, але у нас, знаєте, відверта дискусія. Ми з самого початку сказали, що ми не даємо оцінку і не критикуємо, ми висловлюємо власні думки. І це є... Я здесь ставлю важну ремарку, що це хороший вопрос, чого іменно бояться, почему даже вопрос, кстати, боксом длинный ствол, с коротким стволом это тоже вопрос, который вызывает большие очень бурления. Я противник регуляции, я как раз за то, чтобы вернуть старые добрые времена, когда там в кибуце танк стоял даже, а не только длинноствольное оружие. Вот. Как раз доступность свободного общества, это вооруженные люди, это очевидный момент. Так в свое время США образовалось, вот. Израиль в свое время так образовался. Этим, кстати, США и Израиль похоже чем-то на фронтир, да, вооруженные люди, которые строят свою землю с оружием в руках. Но почему? Это вопрос, как уже я сказал, вот, очень-очень комплексный, потому что, опять же, есть лобби, есть интересы, есть политические силы, которые вот сядут в вами, будут объяснять, почему, как, что. И в провалах 7 числа они найдут 1001 виноватого. И справедливо, действительно, есть конкретные люди, имена. Вот. Более того, наш начальник военной разведки взял на себя ответственность за провал, начальник генштаба взял на себя провал. Вот. И более того, после завершения войны они уйдут. Они даже это обозначили, сказали, они не останутся на своих местах. Жодного сумнения не понимаю. Их военные карьеры, все, на них можно будет поставить как бы конец. Не думаю, что начальник разведки военной, у него будет какая-то возможность дальше продолжать свою карьеру. Вот. То есть эти люди, вот эти вот сторонники регуляции, они скажут, смотрите, ну это они взяли ответственность, они виноваты. Это разведка виновата, это конкретно начальник генштаба виноват, ну и там дальше политическое руководство до Биби Нетаньяху, до него. А не в том смысле, что у людей не было оружия, они не понимают структурных вещей снизу. Вот. И когда им начинаешь приводить такие примеры, как вот с этой вот девушкой Инбаль, которая организовала самооборону в кибуце Нир-Ам, и туда никто не смог прийти, что там были люди не с пистолетами, а с длинным стволом, и они как ежик ощетинились. И положили несколько десятков боевиков, и они просто боевики побоялись, объехали и начали других людей резать, убивать, где не было такой девушки, к сожалению, вот, храброй, и людей, которые смогли организоваться. И ты приводишь пример, это тоже Бейри какой-нибудь кибуц, они хлопают глазами и как будто тебя не слышат. Вот. Поэтому, если говорить, вопрос дискуссионный не просто... Что такое дискуссия? Когда люди спорят. Когда вам постоянно приводят контраргументы. Я не контраргумент, я все ж таки скажу з того, що доводиться аналізувати ситуацію не тільки, що відбувається в Ізраїлі, а в нас, бо в будь-якій країні. Насправді, от така сліпа довіра людей до дій уряду, до дій спецслужб, довіра
І ризик найдорожчим, що в них є, ризик власним життям. Не може так бути. Я, знову ж таки, не даю поради, боронь Боже, Ізраїлю. Я просто спілкуюся одночасно насамперед із нашою аудиторією. Добре, пане Ігорю, скажіть, будь ласка, от у вас є доволі великий досвід, ви і в Україні допомагали територіальній обороні ставати на ноги і доклали багато зусиль, вас тут знають, поважають. І в Ізраїлі, судячи зі всього, ви теж не в кабінеті сиділи. Скажіть, будь ласка, які поради ви могли б дати звичайним українцям? Не урядом, ми не даємо поради урядам, українцям, от враховуючи от ту ситуацію, в якій опинився Ізраїль 7 жовтня 2023 року? Я могу дать только один совет. Не совершать наших ошибок ни в коем случае. Смотреть и не совершать наших ошибок. Нужно понимать, что мы как раз смотрим на вас и многому от вас учимся. Есть рабочие группы от низового уровня военных, такие любительские, до целого комитета при армии обороны Израиля, который был создан еще в марте 2022 года, специально, чтобы анализировать российско-украинскую войну. И мы смотрим на вас, чтобы не совершать тех или иных ошибок-то там, где, ну, там или где-то. Ну, кстати, вот эти приваренные мангалы на танках, это такое, типа, это вершина айсберга, вот как раз это вот того, что вот мы наблюдаем за этой войной и пытаемся тоже из нее учиться. Ни в коем случае не совершать наши ошибки, смотреть на нас и не постоянно хлопать глазами и говорить, давайте станем как Израиль, это какой карго-культ, вот, давайте вот выберем как Израиль и так далее. Ни в коем случае. Мы совершили страшные ошибки. Наша война абсолютно не похожа на вашу. Наши враги не похожи на ваши, но кроме того, что их много. Действительно, если мы берем всех их вместе, все эти там 100-тысячная шиитская милиция, в Сирии 100-тысячная шиитская милиция, в Ливане еще Иран огромный, который больше Израиля. Египет, кстати, который сегодня друзья, завтра не будут не друзья, там 100 миллионов населения. Вот, у нас 7 миллионов евреев и 100 миллионов Египет только один. Да. Если, не дай бог, завтра там с ним через, ну, не будет мира больше. С танками Абрамс, я самолетами F-16 на минуточку. Более того, у них фабрика производства Абрамсов у Египта. Вот. Так вот, несмотря на все такие даже параллели, там, многочисленные враги и так далее, очень разная ситуация, очень разные все-таки условия, по-разному государства образовались и так далее. Но есть и какие-то общие вещи, которые касаются как раз таких вот близорукости. Ну, когда просто очевидные вещи, их как бы не замечаешь. Не совершать наших ошибок ни в коем случае. Вот, не пытаться отмахиваться от нас, говорить, а что нам смотреть на них? У них там с какими-то они там людьми бегают с этими, с террористами воюют, это не похоже на нас. У нас тут война с большим государством ядерным, с танковыми колоннами, там, авиацией и так далее. Это действительно так, это правильное замечание. Вот, но вместе с тем, ну, не отмахиваться, чтобы не изучать, а как раз смотреть, изучать и не совершать наших ошибок, потому что мы заплатили за них страшной кровью, это большой стыд, это наш позор, который нам придется еще его этот позор искупить и нести его еще, это бремя этого позора еще долгое время. И умный же отличается от глупого чем? Что глупый учится на своих ошибках, а умный учится на ошибках других. Не совершайте наших ошибок, это мой единственный совет. Ну, що, я в такому випадку сподіваюся, що це не остання розмова, ми вже не в перший раз з вами спілкуємося, я сподіваюся, що не в останнє, але в будь-якому випадку дякую за ваш погляд на ситуацію і сподіваюся, що ми ще матимемо змогу поговорити про це в подальшому. Да, обов'язково, ще поговоримо. Товариство, а вас закликаю все ж таки традиційно озброюватись, не слухати нікого і розуміти, що власна зброя є запорукою, принаймні, власної безпеки. Поширюйте це відео, підтримувати Українську асоціацію власників зброї та цей канал. Далі буде.